Всем привет, с вами Jill Addins Family. Сегодня я буду записывать туториал на Comeback EXID Fire. Хореография максимально крутая, собственно, как и трек. Мы с вами будем начинать с того, что у нас будет выставляться правая ручка к себе, и мы будем с вами делать небольшой присед вниз, буквально небольшой пум, и немножко будет приподниматься подбородок наверх. После чего у нас идет два шага от бедра, то есть мы прям с вами идем от бедра, у нас работают бедра, после чего на крайний шажочек у нас правая нога пойдет наверх и будет выставляться носочек, немножко приподнимая наше бедро наверх. То есть еще раз. Пум, ра-та-та-та, эй. Вместе с этим ручка правая у нас была около нас, левая подставляется вниз, и мы с вами будем закрывать пальчики. Вместе с этим некоторые из девочек, они делают еще небольшую волну запястья. Выбирайте тестный вариант, который вам больше нравится. Раз, два, три и на подстановку ноги на носочек у нас максимально ручки идут на поясницу и голова у нас уходит наверх, максимально стоит, прикидываю сюда. Важно, чтобы взгляд у нас тоже был направлен сюда. Сразу следующее движение, ручки у нас с вами с поясницы будут сползать вниз, просто сводиться в замочек. Вместе с этим у нас будет голова опускаться вниз и будет, соответственно, прожим вниз. Мы с вами делаем хороший такой прожим вниз, после чего от носка у нас начинает работать бедро наверх. Три раза всего. И, соответственно, заканчиваем мы здесь. Что здесь важно в этом движении? Во-первых, старайтесь ручки чуть дальше от себя вести, максимально прямая спина, красивый прогиб, соответственно, и голова немножко запрокинута в сторону. Соответственно, если мы с вами будем стоять вот так, будет не так красиво, нежели мы немножко возьмем здесь угол, чтобы, соответственно, попу было больше видно. После этого движения у нас с вами идут несколько шажочков, начиная с правой ноги. Мы с вами делаем шаг на правую, шаг на левую и распрыгиваемся на мягкие коленочки в стороны. Вместе с этим, соответственно, ручки у нас были здесь. Они у нас заканчивают после работы бедер. После чего на правый шаг у нас ручки выставляются в сторону, сверху. После чего идут глаза. Вот в таком положении, то есть указательный палец и средний выделяют нам глаза. После чего на прыжочек мы с вами распрыгиваемся в стороны. С этого момента у нас начинается прожим по бедрам. Мы с вами максимально ходим вниз, вводим правое бедро наверх, шажочек назад, левое бедро, и снова правое у нас заканчивает. Вместе с этим на счет «и» на второй шажочек у нас поднимутся руки. То есть мы с вами были здесь. Раз, и, два, и, три, и связка следующая начинается у нас. Следующая связка будет выглядеть таким образом. Сначала запоминаем ноги. У нас с вами будет шажочек на левую, на правую, после чего правая у нас будет делать такой же замах, как у нас был в начале, ножку, соответственно, сверху, и будет снова приходить на носочек, приподнимая бедро. Вместе с этим ручки у нас, соответственно, были крайний раз здесь, они у нас будут бить в центр, в крест, ря, после чего на правый, на шаг правой ногой мы с вами берем замах сюда, делаем на подъем правой ноги замах наверх. Здесь не принципиально, можно ладонью, можно кулачком, после чего снова становимся в то же положение, в котором мы были в самом начале. Повторяется у нас связка из подъема бедер три раза. Раз, и, два, и, три, и примерно повторяются у нас шажочки. Теперь только у нас будет их два. У нас всего будет на три счета два шага. Правая и левая. Вместе с этим ручки у нас находились внизу. Они у нас также идут теперь сверху, но у нас теперь запястья будут раскрываться наверх. После чего по очереди подставляются также глаза. Правая, левая. После чего у нас будут работать бедра. Снова через прожим вниз приподнимается правое бедро. Вниз приподнимается левое. И снова заканчиваем с вами правым. Вместе с этим у нас, соответственно, ручки будут расходиться в стороны. Раз, и, два, и, три. И повторяется связка, которая у нас была до этого. Крест, замах, эй,
После этого у нас будет уже не вот эта подстановка, а следующее движение. Еще раз соединяем первую часть нашу, с самого начала. И раз, пам, пам, и раз, и два, и три, и четыре, пам, раз, и два, и три, и ря, и воу, и раз, и два, и три, и ра-та-та, пам, два, три, повторили. Хорошо. После этого движения у нас начинается с вами второй кусочек. Мы с вами находились здесь, ручка у нас уже сделала замах. Теперь у нас будет выходить бедро наверх, то есть у нас подставляется правая ножка, и мы с вами прям бьем бедро максимально наверх. Раз, обратно, два, и три, и. После чего у нас идут буквально три шажочка. Правая, левая, правая. И немножко будем присаживаться вниз. Всего бедро у нас будет бить 4 раза. Вместе с этим у нас с вами работает правая ручка. Мы ее полностью прямой будем рисовать кружочек. Вместе с этим у нас работает бедро, напоминаю. Раз, два. И на вторые два счета у нас с вами голова будет опускаться назад. Три, четыре. После чего у нас идет перебежка. Ручки у нас от плечей идут вниз. После чего мы присаживаемся хорошо вниз. И у нас с вами на ца-ца-ца-ца будет несколько раз бить бедро. Ца-ца-ца-ца-ца. После этого снова у нас будет с вами провал вниз, присед, и выводится правое бедро наверх. Вместе с этим ручки у нас были здесь. Они у нас пойдут наверх и будут нас как будто прожимать вниз. Немножко можно отвернуть голову. После чего у нас снова включается в работу бедра. Они у нас просто будут приподниматься наверх и рисовать восьмерку лево-право. И вместе с этим ручки у нас были здесь по прожиму. У нас с вами повторяется движение в начале. Мы с вами собираем сначала правая ручка у нас сверху, после этого левая. Следующее движение. Сначала рассказываю по ногам. У нас с вами снова идут несколько шажочков, но с акцентом сначала наверх и потом вниз. С левой ноги начиная. Вверх, вниз. Вместе с этим ручки, соответственно, у нас были здесь. Они у нас идут таким образом. Левая у нас будет заводиться за себя, а правая перед лицом идти вниз. И мы с вами, соответственно, больше сюда. Старайтесь максимально, соответственно, прогинать поясницу, отводить попу назад и держать осанку. И следующее движение. Мы с вами опускаемся вниз. А солистка, она стоит вот таким образом. То есть одна ручка у нас находится на бедре, вторая у нас находится на талии. И у нас с вами будет два движения по раскрытию. У нас с вами будет бить грудь вперед и попа назад. Соответственно, старайтесь не поясницей это движение делать, а больше вот этими частями. И на ца-ца-ца у нас идет три акцента. Ря-ца-ца-ца. После чего мы снова повторяем движение с прожимом. Эй. То же самое, такой же сбор. После этого меняется позиция. Мы с вами шагаем на правую ножку. Ручки у нас будут идти к себе, по шее. После чего выводить акцент сюда. Закрытие сюда, перед собой и снова сюда. И еще небольшой акцент у нас снова с вами будет. Левое бедро у нас будет делать акцент наверх. Взгляд немножко направляется сюда. И снова повторение. И, соответственно, это уже концовка. Хорошо, соединим с вами еще раз со второй части. Мы с вами начинали, сделали крестик, замах, замах. И раз, два, три, четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и та-та-та. Эй, и раз, и два, и три, и ца-ца-ца-ца-ца. Эй, и раз, и два, переходик. Теперь, соответственно, соединим все эти кусочки от начала до конца подсчет. Если мы начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, два, три, четыре, пять, и шесть, ца-ца-ца-ца-ца, и раз, и два,
И три. Ца, 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 ца. Эй. И раз, и два. И ца, 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 ца. И раз, и два. Переход. Соответственно, теперь с вами сидим под музыку по скорости 50, 70, 85 и 100% соответственно. Bring it out.